Смерть 18-летней девушки под поездом. В Кропивнице.ком прощаются с юной спортсменкой из сборной Украины. Стало известно имя 18-летней девушки, которую сбил насмерть поезд под Киевом. Также известно, что она является членом сборной Украины по боксу. Как ранее сообщалось, в селе Тарасовка Киево-Святошинского района на переезде поезд сбил 18-летнюю девушку. Погибшей оказалась спортсменка из молодежной сборной Украины по боксу и призерша чемпионата Европы Амина Булах. От полученных травм она скончалась на месте происшествия. Инцидент случился в ночь на 15 ноября. Спустя некоторое время в сети подтвердили личность погибшей. Сотрудники полиции установили, что жительница села Тарасовка поздно вечером вышла из аптеки и направилась домой через железнодорожный переезд. Она шла в наушниках и не услышала звуки приближающегося поезда, который двигался из Киева в сторону Фастова. По факту трагедии открыли уголовное производство по части 1 статьи 115 «Несчастный случай» Уголовного кодекса Украины. Прощание со спортсменкой проходит 16 ноября в городе Кропивницкий. Напомним, на железной дороге в Одесской области, 6-летний мальчик, переходя колею с велосипедом в руках, попал под поезд. Смотрите самые важные и интересные новости на нашем канале. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал.